Так называемые ровные или зеркальные номера теряют свои позиции по престижу среди народа, а для молодежи и того более. Недавно скоростимер, установленный на выезде из Караганды, зафиксировал автомобиль Audi Allroad, который мало того, что превысил скорость на 30 с лишним километров, так еще и вместо обычных госномеров на нем была табличка с именем Азамат. По всей видимости, владелец таким образом не просто сообщал всем свое озвученное имя, но и посчитал сию выходку показателем крутости. Ориентировали личный состав и как бы дали задание службы розыска, чтобы они отработали. И машина редкая, и по машине и нашли. Жителем является города Темиртау. Как выяснилось, табличка вместо номеров была изготовлена кустарным способом из подручных материалов. Оно и к лучшему, по крайней мере, для владельца авто. Когда его задержали, имеется в виду, у него висели свои номера государственные, но в багажнике находились вот эти номера. Молодой человек изготовил на картоне. С картона вырезал под размер госномера и написал свое имя. Картонный, то есть? Да, с картонной. И поэтому здесь мы квалифицируем, как это...